Девчоночки мои, всем привет! Сейчас с вами посмотрим распаковку коробки с моими двумя заказами. Завершающий заказ по 12 каталогу и первый заказ по 13 каталогу. И сразу скажу, что сейчас как раз действует у нас каталог номер 13. Будет работать до 22 сентября. Вот так выглядит его первая обложка. И вот так выглядит последняя обложка, на которой представлены подарки за регистрацию. Если вы в этом каталоге регистрируетесь, по ссылке под этим видео попадаете ко мне в команду, тогда вы получите в подарок, вот если выполните условия здесь, которые написаны, заказ на 1499 рублей, оплачиваете его по 22 сентября, тогда вы получаете в своем следующем заказе по каталогу номер 14 в подарок целых 3 средства. Я сняла на них обзор, я подробно рассказала, показала эти средства, ну и сделала ссылки на видео о том, как я эти средства применяю. То есть, допустим, маску можете посмотреть в Инстаграме, а корректор можете посмотреть, как он выглядит в макияже, как он преображает лицо. Ну и от меня получите 250 рублей на оплату своего второго заказа по каталогу номер 14, когда вы как раз будете забирать вот эти подарки. Это касается только жителей России. По техническим причинам я могу рубли начислять, конечно, всем, а тратить могут только те, у кого заказы, сумма за заказы списывается именно в рублях. Поэтому, девчонки, успевайте, времени еще полно до 22 сентября, успевайте делать заказ на 1500, может быть, сейчас обзор того, что вы увидите, как раз вам поможет. Ну и начнем, как я сказала, с заказа по каталогу номер 12, завершающий заказ, и достаю все подряд, показываю. Заказала повторно, это моя покупка, шампунь No Snow, 2 в 1, шампунь-бальзам для мужчин против перхоти. Спросила у мужа, скажи, говорю, тебе как вот этот шампунь? После того, как мы покупали шампунь, который конкретно против перхоти из серии Эксперт Фарма, он сказал, он мне, кстати, тот вернул и сказал, не работает, а вот этот сказал намного лучше. И я ему перезаказала, потому что посмотрела 14-й каталог, а в нем уже акции нет, в 13-м каталоге акции нет, которые сейчас, а за 149 я купила еще по 12-му. Дальше, 299 рублей была всего лишь масочка Beauty Lab, это вот как раз та, которая здесь представлена у нас в подарках. Это маска детокс, она черного цвета. Посмотрите обязательно обзор на нее. Вы увидите, как она выглядит. Ну и прекрасно работает. Вся линейка Beauty Lab — это просто шикарное средство мгновенного действия. И подарок вот этот, он реально просто шикарный. Дальше. Была возможность покупать у нас в 13-м каталоге воду Platinum. За каждые 2000 рублей давали одну водичку за 149 рублей. И я взяла две, одну для подруги, другую для себя. Я уже эту водичку использовала. Она, вы знаете, для меня работала, ну, примерно как сыворотка, да, дополнительное увлажнение перед тем, как наносишь уход. И очень приятный аромат. Просто каким-то абрикосиком она пахнет. Очень вкусно. И давайте посмотрим, у нее дата выпуска 6 июня 2019 года, совершенно свежая, как казалось бы, да, вот вторая тоже 6 июня. Мы всегда в таких акциях боимся купить что-то на грани истечения срока, а, кстати, линейка Platinum, она меньше всего держит этот срок, видимо, там очень-очень мало консервантов, я никак больше не могу это объяснить, но вот она действительно может испортиться даже раньше, чем срок у нее выходит. Дальше, заказали мне лак, это не моя покупка, 7521, это лаки из новой линейки, и я, девочки, открывать не буду, потому что на свету там что-то подсыхает, и вскрывать не буду, но это новая линейка гелевых лаков. Я, кстати, вот вчера, не знаю, как вам показать в кадре, нанесла красный лак из этой же линейки на ногти на ногах. Ну и что хочу сказать, у меня красный лак вот просто очень долго сох, очень долго. То ли ему не хватало дневного света, на котором он должен быстро засыхать, да, из-за чего вот у нас, кстати, темные флаконы все сделаны одинаковыми, потому что если бы они были прозрачные, лак бы засыхал прямо во флаконе, потому что он засыхает именно от воздействия света. Я делала это при искусственном освещении, и, возможно, лак не понял, что ему надо засыхать. Сох очень долго, наверное, часа полтора я еще ходила после нанесения, потом легла спать, и утром просыпаюсь, и у меня просто, ну, никакого глянца нет.
И, конечно, придется сегодня вечером делать топовое покрытие для того, чтобы это, ну, более эффектно смотрелось. Более того, скажу, что два слоя этого лака я нанесла, и никакого нет эффекта такой вот, знаете, толстенького слоя. Нет такого эффекта. Тоже хотелось бы. Но для этого он должен быть все-таки более густым, что ли. Может быть, со временем он будет более густым. Но сейчас явно просится либо третий слой, либо топовое покрытие. Я обойдусь топовым, потому что оно очень быстро сохнет. Накрашу Орли. Ну, а по цвету я просто не нашла никаких отличий с предыдущим лаком, ни по запаху. Мне, честно, я просто подозревала, что это, ну, переупаковка. Не знаю, ну, девочки, у меня вот два этих лака, они абсолютно одинаково выглядят. Ну, я смотрю, я вижу, конечно, вам не видно. Ну, в общем, у меня впечатление об этом лаке, ну, так себе. Дальше. Пенка Renovage была всего лишь за 399 рублей. Я очень люблю эту пенку. И так же, как и я, любят ее другие. Заказали у меня сейчас в использовании новое, поэтому я себе не заказывала дополнительно. А теперь в упаковке... в заказе у меня целых 4 упаковки пластырей Detox. Как я и планировала их купить, я купила. Снимала как-то видео, я покупала, ну, думала, аналогичные пластыри на AliExpress. Как понять, аналогичные, не аналогичные? Там порой такая ересь написана в описании, что ты не понимаешь, то же самое или нет. И я снимала отдельное видео, показывала, как они выглядят, и вроде бы все то же самое. Но работают не так. Вот то, что с AliExpress я там на 1000 рублей купила, я не знаю, там 100 пар, по-моему, я купила. В общем, очень много там этих пластырей. Я их использовала, они вроде бы такие же и на вид, и когда ты их сдираешь, похожие, и запах похожий, и все. Но нет такого эффекта. Нет эффекта детокс. После, вот я, допустим, после наших пластырей через примерно 7 дней ежедневного использования начинаю чувствовать себя абсолютно иначе. После тех, сколько бы я их ни ставила, у меня этого нет. Плюс ко всему, у наших пластырей есть шикарнейший обезболивающий эффект. Я лично на себе этот эффект проверила, когда я 3 года назад, уже почти 3 года назад, у меня очень сильно болела спина, я не могла ни выйти из машины, ни сесть в машину. Это у меня занимало, там, не знаю, 5 минут, наверное, это все. У меня настолько были страшные прострелы в спине, что я не могла даже ночью перевернуться с боку на бок, я для этого просыпалась, и вот какими-то такими легкими мелкими движениями я переворачивалась с боку на бок. Это был какой-то ад, это был просто ад, и я 3 месяца примерно я мучилась, но через месяц мне надо было идти на корпоратив и, ну, встать на каблуки, как минимум. И для меня это было просто вообще что-то из области фантастики. И вот я клею такой пластырь себе на поясницу, и через минут 40, час или полтора я начинаю понимать, что я могу уже и двигаться-то практически нормально. Я встала на каблуки, я весь корпоратив, ну, практически нормально проходила, просидела. И казалось, все, я вылечилась. Но нет, когда я сняла пластырь, через там минут 20-30 или там, ну, я уж не помню сколько, в общем, все вернулось. Хорошо, что вернулось не с ухудшением, как бывает после разогревающих пластырей, как бывает после иголок. Я вот, мне сначала говорили, ты должна, это я, смотрите, углубилась в тему. Это я к тому, что когда ты лечишь спину, очень часто назначают разогревание, и оно помогает, а потом боль приходит еще сильнее, еще больше. Попробуйте отказаться, это просто вот такой совет. Когда вы лечите что-то на пояснице, попробуйте отказаться от иголок и от разогревающих мазей. Клейте вот такие пластыри, и они не разогревают, это не иголки, то есть здесь нет никакого повышенного кровообращения, но, видимо, токсины они забирают, и от этого становится реально легче. В общем, я эти пластыри сейчас буду ставить для эффекта детокс. Сейчас у меня тьфу-тьфу-тьфу, ничего не болит, но я решила, что я эту процедуру пройду. Ну, а подруга у меня и в прошлый раз заказывала, я, кстати, вам один заказик не показывала, который у меня поступил, потому что, ну вот, его разобрали быстро, и осталась только косметика для дома, я, ну, не стала ее показывать, мне кажется, это скучно показывать просто, какие я купила, какое средство для посуды я купила. В общем, 4 упаковки у меня, подруги уже это будет 4, и у меня 2.
Следующее, что я заказала, это масочки за 20 рублей, за 19 они у нас были. И попросила подруга заказать, и я, честно говоря, до сих пор ни одну не пробовала. Чтобы вот прям одну какую-то я пробовала когда-то давно, а вот Витаманию нет. И взяла 5 штучек. Ну и чтобы в заказики вложить кому-нибудь там, да, на подарки, за хороший заказ. Ну и подруге, вот, кстати, еще одна маска нашлась. Дальше, заказали мне силиконовые щетки. Заказали 3 штуки, они шли у нас попарно, и я эту щеточку заказала одну себе. Ну, у меня они лишние не бывают, я их беру уже оптом, эти щетки, потому что у меня их любит просто вся семья. И не первый раз уже читаю в комментариях, что попадаются щетки, у которых вылазят вот эти щетинки. Девчонки, ну вот честно, мне ни разу не попадалось. Если бы мне попалось, я бы, конечно, сразу сказала, вы представляете, что происходит? Но вот я пока не могу вам сказать, что мне такие попадались. Как только попадутся, обязательно сразу вы первые об этом узнаете после меня. Заказали мне 2 помады 40-297, это Рената, она была по шикарной цене 249 рублей. И оттенок, давайте посмотрим, у нее очень красивый футляр, здесь под камушек такой сделан, под драгоценный, очень красивый футляр, и внутри она вот такого цвета, немножко сиреневатого или даже уходящего в сливу. Ну и вторая помада, это 45-86, уже не первый раз покупают у меня эту помаду, она любимая у этой покупательницы, и она ее даже не стала ждать, когда она будет по акции. За 259 рублей она ее заказала. Ну и Марину было не остановить. Каялы я скупила все. Фиолетовые у меня сейчас еще добираются до меня. А здесь я вам покажу в этом заказе серый. Вот он, кстати, такой твердоватый. Он какой-то даже серо-голубой, что ли. Вам вот прямо сейчас на камеру он выходит совершенно серым. А у меня он даже с какой-то голубинкой или фиолетовенькой, сиреневинкой, в общем, есть какой-то у него оттенок. Ну и, конечно же, я взяла голубой. Уж очень мне понравилось, как подведено у девушки под глазами. Может, я его с чем-то буду сочетать. Он явно такой яркий, летний и тоже как будто бы твердый. То есть, если те каялы я без нажатия, я вам показывала, да, как я ставлю точку и там остаются следы, то здесь такого нет, эти прям такие тверденькие. Ну, может быть, это просто новый карандашик, он потом верхний слой засохший сточится и будет помягче. Но те, кстати, вот предыдущие каялы, они сразу были такие мягкие. Ну, покажу еще раз. И, ну, это прям такой летний оттенок. Не знаю, может, как-нибудь с вами накрасимся. Ну, и то, о чем я вам говорила. Кто смотрит распаковки, видели, как я вскрывала вот такой крем для век Bloom. Переверну правильно. И он мне пришел без крышечки. Покупала я его по акции в паре с кремом. И если раньше у нас было как? Вот приходит тебе бракованный товар, ты его сдаешь, а ты его купила в паре по акции. Тебе возвращают за него деньги и все. И второй раз ты по акции либо должен крем, да, с которым он шел, еще раз заказать, чтобы в эту акцию попасть. Либо вдруг уже на стыке каталогов был заказ и акции уже вообще нет, и приходится покупать по полной цене. Раньше было именно так. А сейчас товар, который ты вернула из-за того, что там брак был или еще что-то, он у тебя, как только они приняли его на склад, он попадает у тебя в раздел «Товары...» я опять забыла, как он называется. В общем, «Товары, купленные ранее» или что-то вот... Девчонки уже писали уточнение, как это называется. Девчонки, я опять забыла, как это называется. То есть это товар, который был куплен ранее по акциям. И я зашла туда, а там он есть, все, и купила его. Вот, пожалуйста, он пришел с крышечкой. А в прошлый раз вы наблюдали, как я при вас открыла, а там был просто вот в таком виде этот крем для век. Я сейчас пользуюсь дневным кремом, который я покупала в паре по акции вот с таким же кремом для век. И у меня пока неоднозначные ощущения до сих пор. Я уже говорила это в своем видео. В чем проблема? В том, что он очень жирный. Вот для меня он просто тяжелый на лице. Я уже, вы не представляете, каким тонким слоем наношу. И если я таким слоем буду наносить его постоянно, то мне его хватит года на два.
потому что он очень хорошо распределяется. 50 мл в банке у меня не кончится просто никогда. Мне кажется, он испортится быстрее, чем я его использую, потому что мне достаточно просто едва коснуться поверхности крема, чтобы нанести его на половину лица. Но и при этом все равно я ощущаю тяжесть на лице, и пока от нее не избавилась. 4, наверное, дня я уже им пользуюсь, или 5. И пока из этого крема мне нравится только аромат. Ну вот, вот, к сожалению, так. Я очень хотела, чтобы мне подошел крем за 249 рублей. Девчонки, честно, очень хотела. Или за 299, сколько он у нас стоит. Ну, по акции я вот их купила за 400 рублей, два крема. Крем для век и для лица. Также в этом заказе у меня были салфетки для удаления пятен. Они были по специальной цене, по 69 рублей при покупке парами. Очень часто такая акция бывает. И также я заказала, я и подруга заказали концентрированные средства от накипи для чайников и кофемашин. И случилась неприятность в этот раз при доставке заказа. Какое-то средство пролилось, и одна упаковка не пострадала, а вторая пострадала, я ее оставляю себе. То есть я выбросила картонную, она была совершенно вымокшая, а вот эти вот ампулы остаются у меня, и это будут мои. А эти я отдам подруге, здесь есть инструкция по применению, пусть у нее будет, а у меня еще такая коробочка есть сейчас в наличии. Пострадал также каталог. Это я уже перехожу к заказу по каталогу номер 13. Пострадал каталог, который был в этой коробке, он немножко сморщился здесь от средства, но это был какой-то гель, не вода, поэтому ну, не очень большие повреждения. Обязательно сниму в ближайшее время обзор на этот каталог, посмотрим с вами, что здесь есть интересненького, что можно будет купить. Будем это делать, скорее всего, в разрезе карт, которые мы сейчас получаем. По 13 каталогу мы получаем бонусные карты. На каждые 299 рублей нашей покупки начисляется одна виртуальная карта, и она содержится после оплаты заказа в разделах «Купонные карты». На них, на этих картах, будет написано, на какую группу товаров она распространяется и какой размер скидки. И в этом каталоге мы будем смотреть вот с этим прицелом, что нам можно будет по этой скидке купить и что будет выгодно купить. То есть это будет... Карты будем применять конкретно вот в этом 14 каталоге уже использовать. Поэтому, девчонки, это еще один повод зарегистрироваться и получить дополнительные скидки в том заказе, в котором вы будете забирать подарки за свой первый заказ, сделанный в 13 каталоге. Кому непонятно, обращайтесь, все объясню. Дальше заказали, девчонки мои, 4 тканевых маски. Эти маски просто как горячие пирожки заказываются, расходуются. Моя дочь еще почему-то не подключилась к заказу, но это, видимо, будет чуть-чуть попозже. У нее, наверное, еще есть, потому что она не попросила. Супер объемная тушь для ресниц «Ваш Оскар» сейчас идет по акции каталога за 249 рублей при покупке, по-моему, на 500 рублей. То есть, если ваш заказ 1000, вы можете таких 2 туши себе заказать. И так, кратно каждым 500 рублям добавляется еще одна тушь в промо-акциях. Заказали универсальное антибактериальное средство. Я, девчонки, честно, не знаю, для чего использовать. Я, когда его предлагала, я написала, что это для тех, у кого есть животные в доме, маленькие дети, или вы просто постоянно боретесь с бактериями. Есть такие люди, которые зациклены на том, что у них все в бактериях, их надо очистить. Я почему-то подумала, что это вот как раз для таких случаев. Не знаю, так или нет. Скажите, вдруг я вот... Вот реально я глупая и не пользуюсь этим средством, на самом деле мне тоже это нужно. Следующее, сухой шампунь. Сухой шампунь я тоже попросили меня заказать. И 249 рублей, по-моему, да, 199 у нас был по прошлому каталогу, но со мной случилась неприятность в плане заказа. Оказалось, что если ты делаешь заказ через приложение, то ты его не можешь редактировать. Вот если ты делаешь с сайта, то ты, там есть кнопка «Редактировать заказ», а когда ты делаешь через приложение, ты можешь вот либо удалить, либо оплатить. И я в этот же заказ зашла на сайт, посмотрела, и его нельзя. То есть заказ, сделанный через приложение, нельзя редактировать, нельзя разутвердить и что-то добавить, убавить уже нигде, ни в приложении, ни на сайте. А вот если ты сделал заказ на сайте, то его можно редактировать. А вот в приложении можно или нет, не знаю, я это не проверяла. Но просто я это сегодня уже все проверила, когда
своему директору сказала, что я не смогла отредактировать заказ, добавить туда шампунь сухой за 199, пришлось... Девочка согласилась, заказала за 249, потому что она в три раза дороже покупала этот шампунь всегда, и ей показалась это очень низкая цена. И так, и за 249 тоже нормально. Так вот, я сегодня проэкспериментировала, я сделала заказ через сайт, ну, какой-то, просто хоть что-то там заказала, утвердила, и у меня была кнопка «Редактировать». Вот я не догадалась посмотреть его в приложении. Надо будет это все посмотреть, и я скажу в следующий раз, может, даже видео сниму, потому что не все сейчас посмотрят, да, эту тему увидят, а так, может быть, подскажут, что делать. А когда я сделала заказ конкретно из приложения, то не смогла его редактировать ни в самом приложении, ни этот же заказ на сайте. У меня еще есть одна проблема синхронизации заказов приложения и сайта. Тоже с вами поделюсь, наверное, все-таки сниму отдельный маленький влог, да, или как это называется, в общем, поболтаем на тему вот этих новых сайтов и заказов. Дальше, концентрированный жидкий стиральный гель для стирки, тоже мне заказали, я стараюсь стирать порошками, гели не очень люблю. Дальше, заказала набор, сыворотку-активатор и ночной крем Bloom, то есть, несмотря на то, что дневной крем у меня оказался, мне не очень подошел, я решила заказать ночной, потому что бывает такое, когда один крем подошел, а другой не подошел. Вот и пусть будет, я попробую ночной, чтобы уже оценить. Сыворотка-активатор у меня уже вторая, потому что я покупала по акции ее, когда она просто была отдельно за 239 рублей, ну а здесь она идет в паре, сыворотки у меня лишние не бывают, и я с удовольствием буду пользоваться. Крышечка приоткрыта. Я прям уже боюсь. Я лучше проверю, есть ли крышечка здесь. Здесь все есть, все в порядке. Заказала чистящий универсальный крем. Новый, новинка каталога. Интересно будет попробовать и поделиться с вами. Пахнет лимончиком. Даже не лимончиком, а я бы сказала цитрусовыми. Просто какими-то смесью цитрусовых. И мне запах не очень, честно, нравится. Вот я сразу... начинаю кашлять. Будем пробовать на каких-то поверхностях, как только протестирую, вам расскажу. Отбеливающую концентрированную зубную пасту я купила для своего мужа, и он тоже будет тестировать. Я, конечно же, попробую, я такую еще не покупала. Плюс 200%, это, видимо, типа той, что у нас есть, которую я не люблю концентрированную, за ее вкус зубного мятного порошка из детства. Вот этот будем пробовать, такая, не такая, еще не знаю. Обязательно тоже поделюсь с вами, ну, скорее всего, в пустых банках уже, потому что до этого вряд ли будет тема для такого видео. Ну и последнее, что я заказала, это валик. Валик с наполнителем из гречневой лузги. Я в восторге от сидений из гречневой лузги. Я сижу на нем вот с тех пор, как у меня заболела спина. Мне сказали: Марина, ты должна какую-нибудь подушечку постелить и не сидеть на этих ужасных офисных стульях. Я решила заказать, и с тех пор я просто с него не слажу, с этого сиденья. Потом я заказала подушку. Подушку протестировала, целое видео сняла. Если хотите, ссылку прикреплю под этим видео. Ну, а про этот валик я наслышана просто от других людей, которые говорят: ты купи себе валик, ты будешь на нем лежать после работы и расслаблять мышцы, тем самым просто улучшать свое самочувствие. Я давно хотела, но все было не досуг. Его же надо где-то найти, его же надо куда-то там сходить, прочитать, в интернете заказать и еще что-то. Да, это нужно было время, это нужно было вспомнить. И тут я открываю каталог и вижу валик. Это, конечно, первое, что я добавила в заказ, и буду тестировать. Ну, что здесь из особенностей, да? Здесь сверху есть съемная наволочка. Внутри, вот здесь вот, если я расстегну, здесь вот уже просится наружу лузга гречневая. Нужно хорошенечко затянуть. Ну, и эта наволочка съемная, ее можно будет постирать. Он достаточно плотный, то есть вот я его с трудом прожимаю. Если вы думаете, что он какой-то там мягкий, нет, он... достаточно такой увесистый и очень-очень плотно набитый. Он плотнее набит, конечно же, чем подушка, он плотнее набит, чем сиденье. Он прям твердый. Его вот
сжать невозможно, чтобы вот сильнее, да, то есть это не как поролоновый, вот максимум, сколько я вдавливаю, можете посмотреть, вот не знаю, видно вам или нет, но это, наверное, 0,5 сантиметра, сколько мне удается вдавить, то есть он достаточно плотный. Ну и инструкции по применению его кладут и под шею, и под грудной отдел, и под поясничный. Нужно лежать, по-моему, минуток 5, не больше. И вот в этот момент происходит расслабление, и, ну, в общем, все хорошо становится в жизни. Еще раз напоминаю про свою акцию 250 рублей. Кому интересно, проходите первый шаг стартовой программы на обложке последней каталога. Проходите по моей ссылке для того, чтобы зарегистрироваться. Я буду вашим помощником. Не покупать, не продавать я не заставляю. Я всегда за то, чтобы ваши покупки делались с удовольствием и были приятными. И главное, чтобы вы покупали то, что вам нужно, а не набирали склады себе домой для того, чтобы сделать какие-то там объемы. Нет, мне это ничего не нужно, и поэтому я только оповещаю вас о каких-то акциях. Если вам денежки начислены, если вам подарок за заказ положен, вот о таких акциях я попристаю к вам письменно, в письме просто уведомлю, напишу. Ну, а в остальном все проходит тихо, спокойно, и никого я не беспокою, не одолеваю своими какими-то вопросами или просьбами. Ну, на этом все. Большое спасибо, что посмотрели. Я надеюсь, что что-то вам пригодилось из моего обзора, какая-то информация. Подписывайтесь на мой канал и ждите меня в следующих видео. Ну, а я буду ждать ваших комментариев, ответов на вопросы. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Марина Соловьева. Жду вас в своих команде. Пока.